Подожди ты, что-то резкое. На рок 26. Отлично. У-у-у! Так, по-моему, что-то пошло не так. Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. Я Скип, мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved. Играем на сервере ArkJart, в общем-то ссылочка на группу ВК все айпишники есть в описании. Ну а я нахожусь на Скёрчте, и тут слегка какая-то буря, плюс там вот Рекс где-то ползает. А мне надо добежать до луча, чтобы забрать свою виверну. У меня, правда, маскировочный костюм, по идее, не должны на меня особо агриться. Поэтому погнали. И чем мы будем заниматься? Подожди, я взял с собой хотя бы то, что хотел. Да, вот у меня рог червя смерти есть, репеллентик, есть седло на богомола. Хочется приручить богомольчика, знаете ли. Поэтому давайте попробуем этим заняться. Да, тут буря, блин, вовсю начинается. Походу придется ее как-то пережидать. Или типа того. Она, по-моему, минут 5 идет. Не особо долго. Но мало ли. Поэтому в любом случае погнали. Тут, по идее, не должно быть особо хищников. Ну, может, там какая мелочь. Ну, вот, правда, Рекс пробежал. О, видать, они сюда захаживают. У меня что-то довольно далеко от обелиска. Заспавнило. Твою мать! Вот это внезапно проблема! Оружие толком не работает! Террорберд, спасибо, ты еще сюда! Черт, насколько у меня выносливости хватит! Где моя виверна? Спасай меня! Бежим, просто, мать его, бежим! Не оглядываясь, как говорится... Ща. Да твою мать! Ну в смысле арбалет-то не работает? А он-то по какой такой логике не работает. Чем драться? Что-то я как-то не ожидал-то бурю тут увидеть. Надеюсь, вы сюда залазить не умеете, твари. А то у меня даже арбалет-то не работает. Жесть какая, а. Нормально. Не, арбалет работает, это хорошо. Все, откукарекался. Я и без виверны могу за себя постоять. По идее. Но это не точно. Сейчас мы эту птичку сожрем. На мне маскировочная броня, легендарная. А, всякая дичь, как обычно, дали. При переходе. Надеюсь, они это пофиксят. О, отлично. Все, блин. Больше тут бегали за мной твари, а. Давайте я все-таки с виверной себя как-то спокойнее буду чувствовать. Вот явно. Да. На виверне мне уже особо ничего не страшно сразу. А, что у нас тут получается? Давай отсвистнем ее, то оно взлетит в самый неподходящий момент. Так, нейтралочка, все как надо. Там кого-то жрут. А, это чей-то тут отбивался? Звереныш. Так, ну допустим. А куда мне лететь-то? Мне
мне лететь? Куда мне лететь? Мне куда-то лететь. По идее, вроде бы как туда. Нам надо пустыньку, да, найти. И там искать богомолов. Вот что нам нужно. А, еще воды бы неплохо набрать, кстати, полетел. То без водички будет совсем как-то не айс. Наскерч, как обычно, жарища, но нас вроде бы спасает маскировочный костюм более чем. Поэтому спокойненько подлетаем. Буря, она там далеко позади, она уже закончилась вроде как. Можно, кстати, лучики полутать местные. Ну, если был бы хотя бы какой-то золотой вот этот лучик, я бы еще, наверное, лутанул. А лучше красный. Каких-то нормальных я не вижу поблизости, поэтому полетели сразу смотреть, что у нас тут в пустыне. Кто из богомолов имеется, да, по левелам. Да, жара тут лютая. Просто смотрите, какая тут температурка. Какое марево. Фиолетовые лучики рядом. Ладно, у меня вроде все, что есть, как бы, все, что надо, есть, вернее. Поэтому ладно. Будем искать богомольчиков. Нам, соответственно, хочется 200+, безусловно, найти-то. Тут как пойдет. Что-то вообще ничего не вижу. Вон, по-моему, богомол. Ты каким левелом? А, братюнька? Скажи сразу, что ты топ. 48-й. Вот зачем ты такой родился? Пойдем-ка мы тебя сожрем вообще. Вон там еще богомол с кем-то дерется. Так, 48-й отчалил. Из них органический полимер, кстати, фармится. Неплохо. 32-й богомол. Тоже мелковат будет. Тут у кого-то типа база, не база. Что это тут за... Ой, ой, еще и сожрал кто-то. Гриф 208 его сожрал. Ты смотри, а. Это с него инструменты дропнулись. Так, ну а мне надо немножечко урон еще апнуть. Так, ладно, полимер пусть лежит в виверне пока что. Кстати, мы тут можем на червя смерти вполне себе намотаться. Но посмотрим. Я бы хотел посмотреть на червя смерти. На самом-то деле. Но давайте искать богомольчика. Всякие артоплевры. Скорпы. Жучки. Ну, виверну, по идее, никто не должен трогать. Виверна, это все-таки серьезно. Это тут главный хищник. Даже он богомолу до лампочки. Так, подожди. Ой, что-то я прям около другого богомола присел. 152-й, уже неплохо. Но все же маловато. 144, ну что ж вы, зараза. До 200-го дотянуть не могли. Но 150-го, ладно, трогать не буду. Покамись. Вот этого мы давайте съедим. Ну мало ли, вдруг я совсем ничего не найду, то придется хотя бы довольствоваться тем, что есть. Всякое может быть. Но будем верить в лучшее, да? Что мы все-таки найдем что-то хорошее. Так, тут жарища просто в этой пустыне. Трындец вообще. Что за постройки? Просто марево. Вон там какой-то богомол. Два богомола. Так, присаживайся. Как виверны иногда любят тупить на посадке. Это трындец. 90... 208 самец. Ты ж моя хорошая. Хороший, вернее, да? Я думаю, это уже успех. 208, 208. Есть ли смысл искать получше? Не уверен, на самом-то деле. Не уверен, но давайте-ка глянем. 200-й, самка.
Серьезно? Че, может самца и самку сразу? Сколько она будет приручаться? Тем более они тут рядом, как бы, да? А, используем вот эту тему. Ну, мне, скорее всего, не хватит на всех. Поэтому погнали, наверное, к самцу. 200 какой-то он там был. Сейчас тут одного надо убрать. Вот это 96-й. Не хузы, конечно, все дела, но сорян. Как бы не судьба. Да, богомольчик немножко разозлился, безусловно. Мы сейчас тут местность почистим. Вот от всяких нежелательных. Давай там остуди пыл, и мы к тебе вернемся. Я его самку, получается, вальнул. Ну что ты самку себе какую-то неважную нашел? Вон 200-я бродит, блин. Самую какую-то бичеватую нашел. Теперь бушует. Ты это, не надо так. Богомолушка-то. Так, он идет воевать, нет? Зараза, идет воевать. Давай порвем, наверное, расстояние хотя бы. Чтоб он про меня забыл слегка. Может, 200-ю пока попытаться реально приручить. У меня боюсь, что мне на все про все не хватит. Я фиг знает, сколько они там приручаться будут. На X5, конечно, побыстрее. Так, самка, стопэ ты какого левела? А, самка 56-я. Самка 56-я. Так, что меня там, тот богомол простил? Давайте все-таки самца, он чуть-чуть повыше левелом. У нас как бы без разницы, да, что самец, что самка, сейчас ни тех, ни других нет. Поэтому можно кого-нибудь доприручить. Так, вроде бы все. Так, стой, виверна. Мы погнали. Аккуратненько, аккуратненько. Тут главное не спалиться. С тыла подобраться, ну, по идее... Маскировки, все дела. Каким-то там левелом. 208, да, вроде бы наш кандидат. Твою мать. Куда ты идешь-то? Стелс, стелс, стелс. На 25. Ну, где-то 4 рога, да? Где-то 4 рога. То есть я могу эту самку сразу затомить, попытаться, по крайней мере. Чё бы и нет. Где она там, дамочка? Давайте, двойное приручение просто. Так, это 56-я. Это мураши лазят. Грифы всякие. Чёрт, чёрт, чёрт. Ну, где 200-я? Хороший вопрос. Так, зачистим немножко местность, чтобы мне же безопаснее было. Там в любом случае перерыв будет сейчас какой-то, да? Между кормежками. Он сейчас будет ходить тупить там сколько-то минут. А где? Где 200-я самка? Так, ты что, это 56-я самка. Это явно маловато. А, вон самка. Все, я тебя увидел. Фига себе, ты уперлась. Подожди, подожди. Ниндзя стайл. Ну-ка, от винта. Давай мы тебя тоже попытаемся затомить под шумок.
Подожди, ты что-то резкое. На рок 26. И так, по-моему, что-то пошло не так. Черт, а. Ладно, походу мы запороли самку пока что. Что-то я как-то... А, я ее, наверное, дотронулся. Там надо аккуратно-аккуратно в этом плане подходить. Ладно, давайте ее сейчас отведем. Ну, если что, у нас еще есть шанс ее затомить. Тут как бы ладно. Сейчас главное самца не продолбать. А то за двумя зайцами погонишься, от обоих и выхватишь, как обычно оно бывает, да? Вроде бы она там угомонилась. Надо реально не торопиться. О, сколько тут скорпов. Так, погнали. Давай, надо аккуратно. Надо реально очень аккуратно. У меня еще пока репеллент действует. Не дотронуться. Так, подожди. Что там, хочешь, не хочешь-то уже пожрать, не? Да. Вроде успешно прошло. Так, ладно, валим. Чё у нас с самкой-то делать, а? Ждать, пока этого приручим? Ну, чё там, мне как-то лень. Я хочу, ну как лень, я хочу наоборот. И там, и сам успеть. Вон она там, самка бродит. Ну, могу, конечно, и там ложануть. Я не знаю, сбросилась, не сбросилась наша прирученица. Ну куда ты идешь-то, а? Один раз я ее покормил, но это такое. А нет, не сбросилась. Ждите. Нормально. Погнали тогда. Ох, опасно, сейчас какой-нибудь червь смерти выпрыгнет нафиг, сожрет меня. Вот это будет потеха, блин. Может там самец опять жрать захотел? Что-то самец вообще уволокся. От души так. Ладно, стыл сим на виверне. Главное около него не ложануть. Так. Меня нет. И репеллент надо обновить. Так, он стал задумался. Обычно после этого он любит разворачиваться. Ждите, пока проголодается. Чё ж вы такие-то не голодные? Ох. Чё ж ты будешь делать, а? Ладно, давайте пока с самцом. Еще разок покормим, потом пойдем самку шукать. Я думаю, так будет, наверное, правильно. И репеллент надо обновить. Вроде как последний раз его осталось покормить. Поэтому погнали потихонечку. Ну как, потихонечку, с тыла к нему вроде можно подбежать довольно бодро. Плюс я там к самке сейчас летал. Ее уже два раза, получается, покормил. Там еще раза два надо. Так. Давай спокойней, самец. Тварь, а? Получается, тут на кого-то сагрился сейчас. И за счет этого сбросился, как бы, прогресс приручения. Вот, что тут еще надо следить. Чтобы он, зараза, ни на кого не сагрился. А, ну тогда, скорее всего, сейчас самка у нас не притомится. Придется сейчас около него пастись. Вон там всяких клювокрылов летучих отстреливать. Вот он грифа тяпнул, получается. И все.
И ушел наш прогресс, блин. 52-й. Обидно, блин. Ох, как обидно. Да, как я и говорил, за двумя зайцами погонишься. И давайте артоплевру, наверное. Так, подожди, подожди, вот только не надо мне броню ломать. Какая-то высокоуровневая, что ли? Что такое броня в это? Нормально. Ну и продолжаем, чё? Бегать за нашим богомольчиком. Решил в итоге я эту самку дотомить. Ну, просто потому, что тот, зараза, боевой опять в какую-то драку влез. Там с него слетел весь прогресс. Короче, ну, в задницу. Вот. А давайте-ка лучше вот с этой дамочкой-то разберемся. Ее один раз осталось прикормить, и все будет хорошо. Единственное, осталось дождаться этого раза. Главное, чтобы она нас тут не спалила нигде. Стелсим как можем. Текс. И главное, чтобы тут никакого дерьма не произошло, непредвиденного, и все будет хорошо тогда. По идее, совсем чуть-чуть осталось. Единственное, что у меня сейчас этот кончится. Давайте его обновим и пойдем к ней. По идее, должно уже хватить, чтобы ее приручить. Главное, чтобы она сейчас нигде ни в что не вляпалась, то идет куда-то картоплевром. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Или артоплевра к нам идет. Давай обновим репеллентик наш. И погнали. Она, по идее, должна уже проголодаться. Прошло довольно-таки много времени. Пора бы уже приручиться. Текс. Стелс, стелс, стелс. Ёпты, жуки. Только не говорите, что вы сейчас тут что-то вымутите. Yeah! Действительно, сейчас бы еще с ней драться тут. Придурки, а? Все, откудахался жук. 299-я получилось. Ну, не самый топ, но сойдет. Седло есть. Потом я ее переименую. Сейчас главное выбраться еще отсюда. Что там по статам получилось? 3000 здоровья, 72% дамага. Не знаю, насколько это все хорошо. Вес небольшой. Ну, это по большей части как диковинка. Ёпта. Он прыгать еще умеет вот так вот прикольно. Ну, здорово. Я не думаю, что прям мы дико ими пользоваться будем. Ё-моё, полетели, короче, отсюда. Так, главное тебя схватить. Нам надо в луч. И убираться нафиг отсюда. Вон там какой-то луч есть. Может, через него удастся. Что ж, вернулся уже на базу, соответственно. Назвал богомола Чикалка. Он будет у нас всех чикать. Кого-нибудь, по крайней мере. Не знаю, насколько с нее проку, реально. Но выглядит довольно эпично, да? По-моему, да. Можно еще в руки богомолам давать разные предметы. Ну, давайте попробуем, вот, к примеру, топоры. Как-то вот так это выглядит. Насколько это будет эффективно вообще рубить. Так, это не рубится. Давай вон деревья порубим, попробуем. 205 дерева. Так, ну может оно, конечно... Плюс-минус эффективно, но веса-то в богомоле просто-таки нет. 400 веса — это совсем не серьезно. Но тварюшка, конечно, прикольная. Да, прыжок такой довольно бодрый. Но у нас, по идее, фармеров всяких разных хватает. Поэтому это, скорее всего, меч ему в руки дать, богомолу нашему самке. Пускай с мечом стоит. Я даже толком не знаю, для чего их используют. Ну, для разного фарма это понятно, потому что они могут всякое разное фармить. Могут атаковать, можно им мечи в руки дать, ну, давать богомолам. Поэтому такое, наверное, скорее всего, с какими-то такими целями.
То есть, если вот так вот посмотреть на богомольчика. Довольно-таки круто смотрится на самом деле. Ну-ка. Давай встанем. Как-то. Не получается, хочется эпично встать. Вот так вот рядом с богомолом. Так. Во, смотри, какая жесть. Ладно, в любом случае на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всего хорошего. Пока-пока.